И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон Кэт Макс и Гордей. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Все просили, чтобы мы прошли пятую ночь картов на F1. Ставьте лайкосик, если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Так, Чика у нас поглазела и ушла, все, отлично. Я слушаю, вроде никого нет. Ты по камерам чекаешь? Да, это, не чекайте камеры, а то нам энергии не хватит. Все четко, он дышит и дышит, кряхтит и кряхтит. Бонни стоит, на меня глядит. Кого ты? С этой стороны никого не видать. Бежит Фокси! Красава, молодчик. Да, нормально. Психи? Не думаю. Психи. Так, пацаны, камерки не чекайте, пожалуйста. И не открывайте так быстро двери, мы сольемся, вы чё? Да, давайте-ка вы это... Кто запорит ноч, тот знаете, кем будет? Какашкой. Плохим человеком. Все хорошо. О, кстати, у нас тут это кекс огромный есть. Смотри, какой кекс, смотри, какая микроволновка. Мне кажется, мы туда ее не запихнем. Влезет, так, влезет. Ух ты. Если это напополам разрежем, то да. У нас здесь, кстати, постер есть с тремя аниматрониками. Красивый. Фредди. Этого Фокси где-то забыли, кстати. Ой. У нас есть Бонни слева. Смотри, стоит. Красава, да, ушел. Стоит, ушел, все. Ага. Стоит Фредди справа. Не, у нас вроде как не кусает. Ах ты, кабаниха вонючая. Все. Все отлично, да, ребята. Тащим не спеша. Да, самое главное, вы камеры не чекайте, а то мы где-то проиграем. У нас просто по времени, ой, по энергии не хватит. Да-да-да. Надо, чтобы было 3 часа ночи и 50%, а у нас 2 часа ночи. Че, стоит долго кто-то? Фух. Не-не-не, все четко. Вообще жесткие какие-то тут мужики. А ты еще знаешь, что Фокси слушать? Он потому что бежит, он очень быстро прибегает. И ну надо да. успевать. Я услышу. А если вот по пиццерии походить, они нас не съедят? Ну нет, ты умрешь, а мы живые останемся. Давай, погнал. Не, я туда не пойду. Смотри, Димон, я пошутил. Я пошутил. Я был на грани того, чтобы умереть. Смотри, на какой части я умру. Смотри. Ага. Так, так, так. Прощайте. А все, да? Да. Ага, понял. Четенько. Ну, мне нравится, ну, чуть-чуть. Нравится погибать. Ну, мы что, все живы остались? Все равно, дубль 2. Бежит Фокси, молодец. Это в начале, потому что мы не экономили, и поэтому... Ну да. Вот так плохо. Пожертвовали заради приветствия энергией. Да. Надо же было качественное, крутое приветствие сказать. Ну да. С третьего раза. Не, у меня со второго получилось, вроде, да? А, да, со второго. Ой, а, все нормально. Я-то думал уже все. Четко, четко, тащим потихоньку. Пацаны, вы можете проход оставить, чтобы Фоксичек его не убьют? Смотри, как я дурачок хожу туда-сюда, но мы так зато затащим. Энергию не тратим. Так, а если без ночного видения? Да не чекайте, пацаны, камеру. Если без ночного видения, то знаешь, как у нас ого, смотри, какой красава стоял тут. Попробуйте нас без ночного видения походить. Вообще, да, крипово? Становится очень темно. Чё такое? Ах ты ж крышки. Аниматроника не видно никакого. А чё я умер-то? Не понял. Это... Ну, вот так получилось. Да ладно. Как-то ладно, некрасиво получилось. Так, здесь у нас Бонни, здесь у нас Чика. Фокси прибегает иногда, навещает нас. Сколько он, 2 раза прибегал уже? Да, 2 раза прибегал. Сейчас красава. Третий прибежит, Димас, я уверен. А мы закроем калитку и по голове ему дадим. Ну, правильно, так и надо с ним. Ну, так нельзя здесь. Тут или он пройдет, или мы умрем. В первом ФНАФе вот он так не приходит, потому что можно за ним наблюдать, и когда ты его посещаешь, он как бы меньше активничает. Он очень редко приходит тогда. Он может там один раз только прийти, и все. Ой, я подойду к ней близко, посмотрим. Она тебя укусит. Нет, она, она добрая. Блин, ну я просто проверил. А вдруг бы это добрая была? Ах, навряд ли. Нет, ты просто маленький, и он тебя съел. Я большой кабан. Так, хватит шипеть. Аниматроник, это мужской род же, по идее, да? Ну да. Ну вот, так что аниматроники, это они, значит, это как бы он. О, Дима, давай еще один тест, последний. Если я на В буду лететь, я умру. Фокси! Успел. Фух, красава. Смотри, сколько у нас 10% сожрал. Дебас. Да как? Вот это он просто сожрал, что прибежал?
Знаете, что надо делать? Надо по камерам смотреть за Фокси, чтобы уделять ему внимание, понятно? Тогда они будут приходить? Да, только сейчас уже не надо смотреть, потому что сейчас не надо. Да, ребята, не чекайте ничего, на дурачка вдруг затащим. Потому что Фокси уже не должен прибежать, у него там откатывается способность. Блин, ребята, это будет класс, если мы сейчас реально затащим. Это будет, ну прям эпик, полнейший. Да. Сейчас, знаешь, на последних секундах затащим. Да, и Фокси бежит, и ты, и все, мы прошли, типа, прикольно. Победа, да, и ты будешь у вас вот так вот, уху, говорить. Да, Фокси, ой, Фредди пришел. Фредди. Блин, а сразу дверь закрывать, когда он уходит. Открывайте. Жалко, прыгать нельзя. Фух, 7%, да ну. Да, ну, кстати, мы, по идее, должны выиграть. Да мы так не договаривались, это жестко прям. Let's party. Отлично. Во втором ФНАФе, кстати, тоже есть Golden Freddy. 6%, 5 часов. Давай 6, алло. Давай. Пришел. Закрыл. Кто? Где? А, все. Кабан. Да, приходил. Фу, хорошо, что быстро уходят. Так, так, так. Ребята, час пик, 4%. Че так долго с 5 до 6? Может, часы отстают? Не, все нормально. Все нормально, они отстают у них часы? Да, 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 мы сейчас на 2%. На одном. На одном будет вообще... Да на, не надо! Вы тоже возродиться не можете? Да. На ночь 6 написано справа, да? Да. Так, ну что, ребята, Гаррис Мод у нас вылетел. Дубль 2. Да, шестая ночка, ребята. Диман, должны сейчас не слиться. Так, я буду за Фокси чекать, потому что он... Очень злой. Внимание ему уделял. А только я буду закрывать калитки. Хорошо. Ты, Димас, правую, да, будешь чекать, а я левую? Да я и две успею. Ну и ладно. Профи. Я тогда делать ничего не буду. Ты будешь сам тут хозяйничать. Так, я уже псих. Наученный. Сейчас я Фокси посмотрю, где он. О, Чика. Не, Фокси пока нормально поживает. Да, Димон, что ж ты не закрыл? Так а чё я? Камеры смотрю. С двух сторон одновременно пришли. Ты же сам сказал. Я пока Чику закрывал, Бонни как-то пришел быстро очень. И убил. Ну сейчас мы затащим, я уже буду смотреть. Они ж рандомно, бывает, что они приходят одновременно. Угу, понял. Так, а как-то побыстрее нельзя сделать? Можно, я просто чухаю нос. Чухай. Ой, камеры. Так, Фокси у нас... Опа, смотри, сразу Чика пришла, сразу, моментально. Так, все, я вышел из камеры, я чекаю левую дверьку. Давай. Психичка. Давай. Ой, к нам человечек присоединился. Добрый день. Очень напряженно. Очень. Вот такие, знаешь, звуки, гром, гроза. Да. Шумит все, ух. Че Чика тарелками не стучит? Страшно. Видать, тарелки уже все поразбивало, уже нечего. Оба, пришел кабан. Она просто это на кухне там. Бешеная. Смотри, Фредди и Чика стоит. Да ладно, я такого еще не видел. Это какой-то жесть вообще. Подвинулись друг другу, помогли там. Отлично, ребята, тащим потихоньку. А что это ночью у нас в грозу происходит? Я не пойму. Постоянно дожди идут. Какие-то... Мы что? В океане? Уделяй внимание Фокси, Димон. В каком-то тропическом лесу находимся этим... Дождем. Да как так бы? Да как? Чего? Фокси! Так мы, Димас, живые. Фокси. Ты в курсе, Димас, то, что мы не проиграли? Блин, да слава богу, я чуть немножко, да. А ты как проиграл? Да я прям на полоске вот тут стоял и умер. Даже вот так стоял. Понял. Просто наш он сразу за углом. Я так стоял, думаю, посмотрю на него. И он резко в это время телепортируется мне в лицо. Знаешь, тебя аниматроник такой берет и засовывает в себя, понял? Да. Было бы очень классно, если бы такой мод был. Я успел. Там никого не было, Димас. Там Бонни стоял, ты чё? А чё у меня только проиграл? А у вас не было скримера Бонни? Нет. Это из-за того, что я в проходе, да, стоял? Да, вот так и я умер. Да опять с двух сторон, да ну нафиг! Димон, да ну как? Я выглянул на секунду посмотреть, есть ли там аниматроники, и меня убил Бонни.
Ребята, на той она и шестая ночь. Никто не говорил, что легко будет. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!